Да, уж зима нагрянула опять. С ветром и со всем, что подобает. Даже птички все попрятались. Ну, а вы не забывайте подписываться. Погодка сегодня супер. Зима начинается. А что это значит, зимние пейзажи? Едем. Друзья мои, я не знаю, слышно ли меня или нет, но сейчас очень сильный снег идет. Вот сзади меня речка, которую сейчас меняют русло, засыпают, откачивают. Поэтому не знаю, сколько я уж выдержу. Снег очень сильный. Скорее всего, по пути что-то поснимаю, а потом в помещении уже обсудим это. Потому что что-то как-то холодно. Друзья мои, привет! Мы вернулись из Бурана. И пока я тут переношу фотографии на iPad, сегодня не будет никакой воды. Сегодня я хочу спросить у вас обратную связь, подписаться и спросить, что вы бы делали в такую погоду, вообще что снимали бы и на что обратили внимание, какие режимы камеры. Если вам это интересно, мы это обсудим. Ну, а я просто выложу фотографии, которые за последнее время людям понравились. Ну, и, соответственно, то, что сегодня сделал. Тема зимний пейзаж, снег в Питере, зима вернулась или нет. Ну, в общем, наслаждайтесь.